Село Паёва, большое по площади, но до недавнего времени было пустующим. Изменили ситуацию одно успешное предприятие, одно смелое решение. Третий год здесь производят изоляционные материалы. Их раскупают не только в Мордовии, но и в Москве, соседних регионах. В результате в селе появилось более 60 рабочих мест, а директора предприятия в 2009-м признали предпринимателем года в республике. Ставка делалась, наверное, на то, что именно мы в такой короткий срок создали столько рабочих мест и более-менее стабильно работали. Сразу изменилась демографическая картина. Уроженцы Паёва стали возвращаться на малую родину, заселять пустующие дома. Лариса Толшева, например, и в Саранске искала счастье, и в Москве, а сейчас вместе с мужем работает на производстве изолайна. На моем примере многие молодые семейные пары приехали, вернулись, живут здесь, работают. У нас много молодежи работает. Производство изоляционных материалов не только весомый вклад в семейный бюджет, но и в местный. Оно имеет большое значение для района. Впервые у нас такое производство в районе. Они активные участники по благотворительности, помогают нам. Минус производства в том, что рынок сбыта продукции непостоянный, спрос в течение года колеблется. Зимой не сезон, но стараемся не выключать, пытаемся хоть и в убыток, но делать заработную плату. Конечно, проблем у малого бизнеса хватает. У предприятия в Паёво пока нет собственного помещения, но расти есть куда, ведь не для того люди переезжали в село семьями, чтобы отступать от цели. Николай Кучканов, Андрей Просвиркин, Вести, Мордовия, Катошкинский район.